Всем привет, дорогие зрители! В районе Тосмор будут строить один из люкс-проектов в очень хорошем месте расположения. Итак, дорогие зрители, проект будет состоять из 4 блоков. В основном квартире будут планировки 1+1, а также дуплекс планировки 2+1. Я вам покажу территорию, а также расстояние до моря. Итак, находится этот проект между улицами D400 и первой береговой линии, в той стороне. Расстояние отсюда до моря 240 метров максимум. Тут у нас отель Asia Beach, вы его видите. Вот, огромная территория, здесь все снесли. И ждут разрешения на строительство от мэрии Алания. Процесс займет где-то месяц или 2 месяца. Прайс-листа пока что нету. Кто хочет сразу инвестировать, заранее дайте мне знать, как выйдет вся информация про этот проект. Я вам всю информацию отправлю. Очень, как мне сказали, от качественного застройщика. Я покажу территорию, все, что тут находится, чтобы вы понимали. Район Тосмор, стык с районом Оба. Вот эта территория такая вот. Что тут? Рядом есть футбольная площадка открытая. Тут кафешка, PlayStation. Здесь многие приходят, смотрят матчи Лиг ТВ. Вот там турки в основном. Европейцы тоже там. Ну, район такой элитный. Здесь детская игровая площадка, теннисный корт, баскетбольная площадка здесь, в этой стороне. Пляж тут где-то плиты, где-то песчаный. Если идти в сторону отеля Grand Captain, она в той стороне, там уже начинается конкретно песчаный пляж района Тосмор. Сеть магазинов А101. Это одна из главных улиц района Обагёль. Вот тут даже летом открываются бутики маленькие, ручные изделия там продают. Тут кафешка. Я думаю, что цены начнутся от 100 тысяч, 105, 110 тысяч евро и выше. Кто хочет инвестировать, потом цены еще поднимутся. Покупайте на котловане. Это пирожочек. Легко можно продать. Покажу пляж вам. Здесь тоже когда-то снесут. Тоже хорошее место расположения для инвестиций. Кто желает инвестировать в проекты, я вам посоветую очень хорошие варианты, где вы выиграете хорошие деньги. Много проектов знаю, не успеваю все отснимать. Сразу мне дают информацию, как выходит новый проект. Но сейчас в основном Махмутларе, так как не осталось земельных участков, строят уже за Ататюрком. И цены уже на них тоже поднялись. 1000 метров, там 1200 метров, цены от 70-73 тысяч евро и выше котлован. Тоже недавно ходили на первой береговой линии. Цены на квартиры, еще котлована нету. Задний этаж блока Б, допустим, первый этаж. Смотрят на Барбаросса, цены от 140 тысяч евро вообще. Так. Что-то. Ресторанчики тут у нас. Хорошо.
парк. Вот, повсюду велодорожка. Спускаемся вниз. Тут пирс отеля Асье Бич. И у этого проекта тоже будет свой какой-то пляж. Зонтики, шезлонги, все бесплатно. То есть люкс-проект. Вот здесь, видите, вырублено все. Хороший вход плавный. И там хороший вход плавный. Покажу. Расстояние отсюда до центра города где-то 4-5 километров. Между ними. Вот. Итак, дорогие наши зрители, инвестора, звоните, пишите, я вам отправлю и также другие проекты, то, что сейчас на рынке. У всех есть рассрочка беспроцентная, первый начальный взнос у некоторых застройщиков там 30%, у некоторых 35%, у кого-то 25%, у кого-то 40%. Стандарт у всех 50% должно быть, но порой у клиентов с оплатой сложностей, за это застройщики идут на уступки. И гибкий график. Можете в 3 месяца один раз платить, можете 5 месяцев один раз платить, а можете раз в месяц. Но раз в месяц в переводах у вас большая комиссия уйдет. А также у нас есть канал, который можно легко перевести деньги за рубежа. В Турцию или же из Турции за рубеж. Так что помогу, чем смогу. Пишите, звоните по номеру WhatsApp, Telegram, Viber. Плюс 90-555-064-91-10. С вами был Виктор Агасси из Солнечной Алании, район Оба и Тосун. Всем пока-пока.